Ребята, кстати, у нас сразу минус балл. Отдельные овации. Давайте поддержим. Я как бы объяснил, в регионе есть мальчики. Должны быть. Должны. Рауль, например. Что? Рауль, например. Априори. Здорово. Маэстро, музыка. Беги на группе. Давай!
Друзья, и это детишки в регетоне. Представляете, они выросли. Это не финал. Это не финал. Это не финал. Я говорю, это финал. Это финал. А это не финал. Вот такая вот штука, друзья. Финал не финал. Номерами. Девочки, честно скажу, шансов будет больше, если вы разденетесь. Не факт. Попасть ко мне в старшую группу. Хорошо, судьи, хватит? Хватит издеваться над девочками в желтом. Прекрасный дресс-код. Вы выглядите все великолепно. Вы такие красивые, вы такие хорошие. Хорошего вечера вам, девчонки. На танцпол приглашается 92, 93, 95. Йо-йо-йо-йо. Все серьезно. 92, 93, 95. Это тоже прикинуть. Можно не чуть-чуть свестись? Можно я даже возьму? Чуть-чуть. Вот сюда. Тебя все видно. Все видно, правильно? Катечка, теперь видно. Они не там те же, да? Маэстро, музыка, поехали. Все камеры включены, мы забили даты. А вот это наши даты, приезжают Анелис Берс и Йо-Йо. Черненький, прекрасный Йо-Йо. Кубинцы рулят. Там будет пул-пати, будет большой бассейн. То есть это территория оборудована, это не как бы не шарашки на которых. Все-таки Агуа-Бланка, надо расти. Супер, вы отдышались. Спасибо вам за рекламу, вы дали мне возможность пропиарить свой фест. Маэстро, музыка. Давай! Super Troy envuelto en mar. Desde que lo fui, un corazón no lo va. Su camino mañana.
Молодцы. Итого 3 минуты. Итого 3 минуты. Тонировочками. Вам хватило, да, вот этих, как бы, да? Одна секунда, как Александр Макаренко.